Федерация лыжного спорта Тувы сообщает, 21 и 22 октября проводились работы по расширению действующей лыжной трассы и прокладке 2,5 километров дополнительного участка трассы. Кроме того, организован новый участок старта и финиша шириной до 10 метров. Новая лыжная трасса включает два участка 3 и 2 километров. Все запланированные работы с участием